Произключилось так, остановились нас на, ну как там это называется, рейд, не рейд. Начали какие-то девочки выбегать, типа, и он начал, захотел их задержать. Одна девочка что-то хотела вырваться, она вот там упала, он что-то на нее ногой нажал. Все спрашивают, что он делает. Ну ладно, мы вышли все на улицу, а нет, в этом там троллейбус был слишком весь замедленный, как бы, ну, тесно было. Он начал уже, тогда мне нанес удар один, я в нос, я так чуть не понял, типа, выхожу, что такое. В этот момент он еще пацан спрашивает, что ты его трогаешь? Он начинает еще два удара наносить ему в голову. Потом мы уже не знаем, что делать. Я звоню в полицию, говорю, такая вот история произошла на Гоголя. А они говорят, да приедите сюда, запишите заявление там и все такое. Мы думали идти, потом пацан уже не выдержал этого, взял камень, хотел уже в него кинуть, не то что кинуть, но вообще как-то защититься. А он своим пистолетом на нас, и мы все убежали, как бы такого, типа. Первый выстрел он сделал в воздух, и потом сразу, ну что вы, типа, и на нас начал грозить пистолетом. Вот.